Земля, на которой располагался республиканский стадион, будет продана правительству Соединенных Штатов Америки за 18 миллионов евро. Изначально стадион оценивался в 15 миллионов, но его цена выросла в результате переговоров. Проект ратификации договора одобрен правительством. Теперь за него в двух чтениях должен проголосовать и парламент. Планируется, что произойдет это к началу августа. Есть кое-какие подготовительные работы, которые должно провести правительство Республики Молдова. Речь о процедуре экспроприации, затем правительство США должно будет подать все необходимые документы для начала строительства. Правительство Молдовы утвердит разрешение на снос и строительство, а также все необходимые разрешительные документы, после чего начнется фактическое строительство. Процессом продажи бывшего республиканского стадиона занималась специальная команда, созданная правительством. Специалисты отвечали за переговорную часть, и необходимость в них стала очевидной после того, как не увенчалось успехом сразу несколько попыток найти компанию, которая бы занялась проведением оценки стоимости земли. На месте бывшего стадиона США планируют построить посольство. Согласно договору, сохранены и отреставрированы будут ворота стадиона. На территории также разобьют парк, доступ в который будет свободным для всех, и после завершения работ парк передадут государству. Стоимость проекта строительства оценивалась ранее в 250 миллионов долларов.